на пешеходном переходе двое велосипедистов подъехали и стоят, не сидят на великах. Ну, я еду потихоньку. Раза они не сидели с велосипедов, они же должны сесть и пешком пройти. Они сидят, думают, меня пропускают. И один дернулся на велике, и второй за ним. Видимо, там, по второй полосе, видимо, машина ехала, я не видел, не пропускал, но я на них смотрю. И этот тоже рванул. Тот велосипед бросил, потом поднялся, побежал, в сторону. И, ну, я тормознул, естественно. И двое пассажиров столкнулись в салоне.